Команда Number One, всем привет! С вами Олеся Селезнева. Сегодня субботний день. Мы с мужем, с Володей, отправились по ювелирным магазинам для того, чтобы выбрать подарки для тех, кто будет участвовать в моем клубе постоянства. Напомню правила. Те, кто делает 100 личных баллов, партнеры из моей первой линии, участвуют в розыгрыше ценных подарков. Подарки будут все время разные. Чуть позже я расскажу, какой подарок будет на этот раз, и даже не один. Почему важно выполнять этот промоушен, да? Не самоцель, что, допустим, с первого раза повезет выиграть, да? Я уже рассказывала, как это было у меня. Но этот промоушен помогает, этот клуб постоянства помогает вам начать с самого главного и самого важного момента, научиться делать самой, и потом дублирует тебя. В качестве подарка в этом месяце, в месяц у нас сейчас идет март, я решила, что для девушек будет интересно получить какой-то подарок из драгоценного металла. Он должен быть полезен, и поэтому я решила купить вот такие вот ложечки, загребушки серебряные. Эта ложечка моя. Расскажу свою историю. Где-то около года назад мне подарил эту ложечку мой муж. Ее нужно положить в кошелечек, и считается, что она будет приносить денежки, удваивать, да? Кто-то в это верит, кто-то в это не верит, но могу сказать, что с того момента деньги у меня находятся в кошельке всегда, в разном количестве, но всегда. Что я предлагаю? Я предлагаю вам сделать первую квалификацию, может быть и не первую, да, но в этом месяце квалификацию как минимум 3%, это 10 флаконов, это 100 баллов. Эту комиссию положить в кошелечек рядом вот с такой ложечкой и загребушкой. И вы сами увидите, что начнет происходить. К тому же у нас есть еще 104-й аромат, который можно побрызгать в купюрке. И результат будет неизбежен. Начинаю свой поход по ювелирным магазинам. Выбирать буду с душой, как для себя. А дальше мы с вами еще увидимся, услышимся. Мне вот первая ложечка понравилась. Еще в отдел не заходила, но смотрите, какая она маленькая, красивенькая, даже с камушком. Я сама очень люблю всякие блестяшки, и поэтому буду выбирать такую, которую я хотела бы выбрать себе. А это будет талисманчиком для тебя, но ты должна принять решение, принять этот вызов и участвовать в клубе постоянства. Ну что, за мной идем выбирать? Сколько, какая прелесть. Ну что, уже пройдено порядком ювелирных салончиков. Кое-что мне уже понравилось, кое-что я уже присмотрела. Еще сейчас зайду в один из своих, ну, любимых отделов с онлайн. Посмотрим, что есть там. Серебряные ложечки маленькие. Смотрите, мои дорогие армельки, подарки куплены. Три серебряных ложечки лежат в этом пакетике. Они все разные, но выбраны с душой. Я заведомо пока вам их не показываю, чтобы был элемент сюрприза. Но они безумно классные. Они принесут вам пользу, да? Жду вас в рядах участников. Давайте еще раз поясню, как это будет, да? По итогам месяца марта я составлю список, кто из вас лично сам сделал 100 баллов. Участвует первая моя линия. Для тех, кто хочет эту идею внести в свои команды, вы можете делать то же самое. Этот промоушен для первой линии. Итак, я формирую список, записываю все фамилии. И в начале апреля, скорее всего, мы сделаем прямую трансляцию.
И путем генератора случайных чисел в прямом эфире я покажу эти подарки, и мы разыграем три счастливых ложечки за грибушки. С этого момента начнется новый этап в вашем бизнесе. Сейчас мне приходят идеи, какие подарки вам еще приготовить, потому что я увидела очень интересных много идей. Но давайте начнем с марта. Клуб постоянства, клуб 100. Я уже объявила открытым, и эти подарочки ждут тебя. Ну что, всем до связи, всем пока. Принимайте всегда правильное решение, принимай активную жизненную позицию, потому что именно она будет двигать тебя вперед, как это происходит со мной. С вами была Олеся Селезнева, до связи. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.